Всем привет! Меня зовут Марат Мударисов, я актер театра «Театра». Когда у нас все билеты на спектакль раскуплены, это называется аншлаг. В баскетболе это sold out. Из чего же сделан sold out? Давайте разберемся. Сначала надо выбрать подходящий город, где чтут баскетбольные традиции. Найти средства и спонсора. Следующий шаг – арена. Можно взять ледовую, спрятать лед и положить паркет. Подготовить зал, свет, звук. Выбрать красивых танцующих девчонок, ну и парней, разумеется, в группу поддержки. Сделать грандиозное шоу и видео. Запустить рекламу и продажу билетов. Рассказать о том, что мы самая лучшая команда в социальных сетях. Разработать макеты для типографии и запустить их в печать. Собрать толковых и активных волонтеров. Бухгалтеры, промоутеры, пресс-атташе, директор, генеральный директор, президент. Но в первую очередь это баскетбол. Найти тренера, который соберет лучшую команду. Ежедневные тренировки, работа в зале, командный дух и желательно без травм. Выходя на паркет, ребята будут биться до конца и показывать красивую игру из матча в матч. И, конечно же, это вы. Главные болельщики страны, которые приходят на каждую игру и болеют за нашу команду, как никто и нигде. Все вместе мы и делаем sold out. Парма – это мы.